Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого щенка Хэнка. Хэнк, дружище, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, друзья, давайте-ка отведем его вот в туалет. Пусть пока делает свои дела. Отлично, очень хорошо, здорово. Вот так. Ну вот, все получилось у нашего Хэнка, замечательно. А теперь давайте-ка мы его помоем. Покупаем вот так, здорово, моем. Купаем, вот так, чудесно. Отлично, очень хорошо. И смываем вот эту мыльную пенку, чтобы наш Хэнк был абсолютно чистенький. Вот так, да, здорово, все получилось, отлично. А теперь давайте-ка покормим. Итак, есть у нас банан, но давайте-ка что-то еще прикупим вкусненькое. Так, Хэнк, что же мы тебе дадим? А вот давайте-ка докупим кусочек пиццы. И еще, давайте-ка докупим вот этих блинов. Вот так, здорово. Итак, держи банан. Отлично, и еще кусочек пиццы. Ну вот, здорово, друзья, 100% накормили их нашего Хэнка. А сейчас, друзья, давайте-ка поменяем костюмчик нашему Хэнку. Очень большое, друзья, вам спасибо за то, что пишете комментарии. И сегодня мы будем открывать подсказки, которые вы просите. И сегодня у нас будут подсказки, друзья, панкряка, хамелеона Индиго, кролика-весельчака, гладигатора, военно-морского котика и хамелеона Хлорофила. То есть, друзья, вы писали в комментариях и отзывах, просили это сделать, и сегодня мы это сделаем. Только давайте-ка подберем какой-то интересный костюмчик для нашего Хэнка. Что-то необычное. Так, вот. Давайте-ка возьмем вот такой вот костюм рэпера. Вот хип-хоп кепку мы не будем брать. А давайте-ка что-то такое подберем нашему Хэнку. Что-то интересное, необычное. Вот пляжные очки. Либо вот эти пляжные очки. Либо. А, кстати, смотрите, как здорово вот эта шляпа акула смотрится. Неплохой вариант, кстати. Либо очки пилота. Тоже довольно-таки неплохой вариант. Очень забавный Хэнк получается. Вот и шляпа волшебника, тоже очень интересно. А смотрите, вот король хип-хопа, тоже звучит как бы. Ну что, друзья, давайте-ка оставим пока очки и вот этот костюм рэпера. Пусть вот такой вот будет у нас необычный Хэнк сегодня. Здорово, ребята. Ну что, давайте-ка отправляемся, друзья, на остров, посмотрим, что там новенького у нас. Вот. Итак, в прошлой части мы ложили здесь вот гамбургер. Давайте-ка мы сегодня положим. Возможно, у нас получится привлечь. Так, где же наш гамбургер? Ага, вот он. Так, Лиссабона, возможно, получится у нас привлечь. Итак, все, что сделаем, мы могли. Вот лиса-красавица есть. Подсвечивается, но его мы уже получили. Приз просто для коллекции добавим фото. Вот так. И давайте-ка, друзья, обменим феромонами. Посмотрим, не появится ли здесь Лиссабон. То есть написано в подсказках, что Лиссабон очень здорово идет. Ее можно поймать на пляже из продуктов гамбургер. Но, тем не менее, друзья, очень тяжело ее поймать. Вот видите, множество других животных поймали, а Лиссабона никак не получается. Вот так. Ну что, друзья, тогда давайте-ка перейдем. Видите, обновил, ничего не получилось. Давайте-ка еще раз перепроверю, обновлю. Получится ли у нас поймать Лиссабона? Нет. Если нет, пойдем, значит, либо к водопаду, либо на лавовое плато. Итак, второй раз мы обновили и безрезультатно. Не получается у нас привлечь. Ну, придется, значит, менять игрушки. Так, здорово. Итак, отправляемся на вот сюда, к водопаду. Посмотрим, не появилось ли здесь новые животные. Итак, смотрим. Ну вот, появилась мама крокодилов. Но, к сожалению, она у нас тоже, за нее мы получили призы. Вот 21 фото. Уже довольно-таки неплохой у нас уже скопилась коллекция. И сейчас давайте-ка, друзья, положим вот сюда продукт за кристаллики. И пусть это будет ананас. Вот так.
Здорово, друзья. Итак, обновляем феромонами. Посмотрим, что из этого получится. Друзья, и после этого перейдем с вами к подсказкам. Итак, пошло обновление. Посмотрим, каких же животных мы сможем привлечь на вот эти. И да, друзья, получилось у нас привлечь редкую вот эту голубую обезьяну, которую никак не можем мы собрать. И вот, здорово, 10-е фото. Отлично. И награда 20 кристаллов. Здорово, друзья. Хотя бы вот так. Здорово. Кстати, а как насчет вот этой птицы? Давайте-ка тукан, по-моему, да, награда за него собрана. Итак, очень неплохой результат, друзья. Вот, наконец-то мы поймали какое-то редкое животное. Вот, а сейчас, друзья, давайте-ка зайдем в нашу книгу и посмотрим подсказочки насчет панкохряка. Итак, свиньи у нас спереди. Вот. Итак, панкохряк. Подсказочка. Сколько нужно, чтобы его поймать. Вот видите, друзья, у меня только 10 фото, тоже еще не закрыты фотографии. Итак, чтобы поймать панкохряка, нам нужна вот такая золотая карусель. Очень здорово. Кроме того, еще боксерская груша. Панкохряка очень здорово ловить на лавовые плата. И четвертая подсказочка, давайте-ка мы откроем. Вот, панкряк очень любит пироги. То есть лавовая плата, пироги и пробовать игрушки. Вот смотрите, друзья, где я его ловил. Я его ловил на шлем с рогами, на игрушку, машинку на дистанционном управлении, на вот такой вот стол игрушку, на батуты, еще вот такой вот маленький гольф, та груша, бассейн. Еще волейбольный корт, автомойка и золотая карусель. 10 фото у меня есть. А сейчас, друзья, давайте-ка посмотрим насчет хамелеона Индиго. Хамелеон Индиго. Где-то они туда дальше идут. Хамелеоны. Давайте-ка, друзья, посмотрим. Вот, пошли хамелеоны. Вот, радужный хамелеон. Неужели следующая страничка? Нет, друзья. Так, хамелеон Индиго. А, вот он, синий хамелеон. За него я уже получил награды. Собрано 35 фото. Вот смотрите, какие подсказки. Хамелеон Индиго очень идет на шлем викинга. Кроме того, еще ему нужен хорошо идет на ксерокс. Обитает хамелеон Индиго на лавовом плато. И четвертая подсказочка, давайте-ка откроем. Вот, хамелеон Индиго любит пончики. Еда, синий пончик. Что-то я такого пончика не помню, не тем не менее. Так, здорово. Смотрите, на что я ловил хамелеона Индиго. На микрофон, на бассейн, на корону, шлем викинга. Вот такой черный чучело. Так, дом из матрасиков. Коробку красную, одноколесный велосипед, маленький гольф, такой площадку для гольфа, так, приставка, золотой столик, телепорт, скейт, еще столик для игры, качелька, наушники, унитаз, еще другая качель. Так, еще здесь я его ловил на стиральную машину, матрас, башмак, чучело, женское чучело, пенек. То есть, друзья, есть много-много игрушек. То есть, 35 фото есть. В принципе, он на лавовом плато он неплохо идет. Так, здорово, друзья. Ну, а сейчас давайте-ка перейдем к следующему животному. И следующие животные просили посмотреть насчет кролика-весельчака. Тоже довольно-таки редкое животное. Не все фотографии у меня собраны. Вот, посмотрите, друзья. То есть, 2 из 6 у меня еще не собраны. Не хватает кролику-весельчаку еще одной фотографии, чтобы закрыть фотосессию. Итак, кролик-весельчак любит вот одноколесный велосипед. Называется от уницикл. Кроме того, еще любит батут. Два батута. Вот такая игрушка.
обитает он на водопаде и еще любит вот эти ягоды. Здорово. То есть я его ловил, смотрите, на скейте с мотором, на чемодане с деньгами, на бабочку, уницикле, еще на вот эти вот там самолетики, так, наушники, батут из двух частей, батут из трех частей и ксерокс. Вот так, замечательно, друзья. Итак, следующая подсказка у нас гладигатор. Просили найти, как его найти. Итак, вот переходим вот сюда. Итак, 8 фотографий я уже нашел. Еще 2 фотографии не хватает, чтобы закрыть гладигатора. Вы смотрите, какие здесь подсказочки. Вот этот реактивный скейтборд. Здорово. Потом продукт пироги. Любит гладигатор. Подсказку любит качалку ракету. Отлично. И еще любит вот такой вот лазер. Здорово. Значит, что я ловил? Так, вот видите шезлонг. Так, ну, еще на вот этот диска, вот такая площадка в стиле диска. Так, лазер есть, дом из матрасов. Кроме того, еще автомойка и телепорт. Ну, здорово, здорово, друзья. Вот так. С гладигатором мы разобрались. И еще следующий у нас военно-морской котик. И хамелеон хлорофилл. Ну что, друзья, давайте-ка посмотрим, кто нам быстрее попадется. Либо военно-морской котик. Да, вот он. Вот он. Получил я за него уже награду. Здорово. И давайте-ка откроем подсказочки, посмотрим. Так, военно-морской котик. Первая подсказка. Он любит реактивный скейтборд. Здорово. Кроме того, наш военно-морской котик любит бассейн. Здорово. В больших игрушках он находится. Здорово, ребята. Так, следующая подсказочка у нас. Он любит гонг. Военно-морской котик. Здорово. И четвертая подсказочка. Военно-морской котик любит бургеры. Вот. Вот, здорово, здорово, здорово. На что я его ловил? Стиральная машина, красный ящик, кресло-качалка. Кроме того, еще вот диск, площадка танцевальная в стиле диска, НЛО, гонг, ксерок, синий ящик, синтезатор, игрушки в виде машинки, золотая каруселька, красная каруселька, мяч, чучело. Ну, здорово, здорово. Смотрите, друзья, то есть практически на множество игрушек я его ловил. Довольно-таки неплохая коллекция. 22 фотографии. Здорово. И остался последняя подсказка, которую вы просили, это найти хамелеона хлорофилла. Хамелеоны, кстати, они где-то там спереди. Давайте-ка я вернусь на начало. Так, вот, прокрутим. Хамелеон, снежные барсы. Где же этот хамелеон спрятался? Вот. Вот, пошли у нас хамелеоны. Так, следующих... страница, вот, хамелеон хлорофилл. Отлично. Итак, за него я уже получил награду. А давайте-ка, друзья, посмотрим, что же у нас за подсказочки. Итак, хамелеон хлорофилл любит жевательные червяки. Отлично. Друзья, кроме того, хамелеон хлорофилл еще любит дипломат. Вот так, здорово. Очередная подсказочка, давайте-ка посмотрим. Хрустальный шар. И еще хлорофилл любит у нас, давайте-ка посмотрим. Вот, столик 24 карата, здорово, золотой столик, отлично, отлично. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, на что я его ловил. На волейбольный мяч, на мусорную корзину, вот такой вот плакат для фотографий, вернее стенд. Так, глобус, еще здесь у нас есть ящик с шариками, лазер. Клубок с нитками фиолетовый, диван королевский. Так, вот приставка, ксерокс, чемодан, телепорт, хрустальный шар, барабаны, то есть, вернее, ударная установка. Так, золотая карусель, красная карусель, машинка, футбольный мяч, красный матрас, синий матрас, музыкальный вот такой вот инструмент, качелька голубая, НЛО, пенек с цветами,
Диско-шар, площадка диско-стиле. Так, бассейн, батуты, пенек. Ну, друзья, в принципе, очень много игрушек. Ага, ну вот мы уже и дошли до конца. Вот мойка, чучело мужчины. И еще попался вот такой вот огнетушитель. Ну, здорово, здорово, друзья. Отлично, фотосессия здесь у нас здорово прошла. Только, вот видите, несколько животных хамелеонов у нас не хватает. Ну что, друзья, давайте-ка пока обновим фотографии животных, посмотрим, что из этого получится. Получится ли привлечь нам на фотосессию еще нескольких редких животных. Мы постараемся. Если здесь ничего не получится, ну, нужно будет что-то менять. Вот, либо менять здесь, либо перейдем на огненное плато. Вот, попалась у нас редкая птица. Вот это, по-моему, сессия с ней еще не закрыта. Черный кокоду. Да, здорово, здорово, друзья. Вот, закрываем мы сессию с черным кокоду. Получаем 50 кристаллов. Очень приятно, очень здорово. Кроме того, еще попала вот эта замечательная райская птица. Отлично, 23 фото собрано, но, к сожалению, и вот. Есть синяя обезьяна. Ну, непонятно, скорее всего, она не подсвечивается. Так, ага, вот офисную черепаху я на всякий случай сфотографировал. Вот телепорт подсвечивается, но, по-моему, синяя обезьяна не подсвечивается. Давайте-ка проверим. Да, не подсвечивается. Какие-то там странные сияния вот такое было. Ну, что я скажу, тоже довольно-таки неплохой результат, потому что каждое редкое животное на вот этом уровне, когда очень много собрано, это большая удача. Итак, обновим, обновим, посмотрим, что получится. Если же ничего не будет, пойдем на лавовые плата, либо же будем менять игрушки. Итак, смотрим, смотрим, что здесь получается. Что-то ничего новенького нет. Ага, вот, вот, друзья, попал к нам вот этот замечательный пингвин-подводник, но за него, вот видите, друзья, тоже мы собрали награду. И еще, друзья, мне хотелось здесь попробовать поставить вот этот пирог. Возможно, получится привлечь гладигатора. Вот так, хорошо. Что-то не получилось. Давайте-ка еще раз. Да, поменять. Хорошо. Давайте-ка, друзья, еще попробую поменять. И, возможно, получится привлечь гладигатора. Так, и так обновляем, обновляем. Если же не получится, пойдем с вами, друзья, на лавовое плато. Итак, смотрим, смотрим, что же получится. Получится ли привлечь гладигатора или не получится. Так, вот. Опять мадам крокодила мы привлекли, а вот гладигатора никак не получается. Ну что, друзья, тогда отправимся на лавовое плато. Так, посмотрим, кто здесь попал. Кстати, а ну-ка давайте-ка проверим вот этого свинтуса. Ага, вот видите, подсвечивается, но тем не менее за него мы уже награду получили. И вот эту сову тоже мы получили награду, просто для коллекции добавим. Вот, замечательно, замечательно. Ну что, друзья, пока здесь не идет у нас на водопаде, поэтому давайте-ка мы отправимся с вами вот на лавовое плато. И посмотрим, как, друзья, там пойдут у нас дела. Вот, открываем, открываем. Так, интересно, что же здесь у нас. Вот, 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 попала вот, вот этот сова-всезнайка. Давайте-ка проверим. И да, здорово, друзья, 27-е фото. Замечательно, здорово. И давайте-ка, друзья, я сюда тоже положу кусочек пирога. Может, удастся и здесь привлечь редкое животное, привлечь вот этого гладигатора. Так, ну что, тогда обновляем, обновляем феромонами. Попробуем привлечь редких животных. Удастся ли нам привлечь гладигатора? Посмотрим, посмотрим, друзья. Так, вот, вот, проявляются животные. Ага, вот, появился у нас олененок Рудольф. За него, да, за него мы уже тоже получили награду. И, ага, вот. Вот, друзья, смотрите, как появился вот этот лисабон, но он не подсвечивается. Эта фотография с этой игрушкой уже есть. А как насчет тебя, турбочерепашка?
Да, за нее мы тоже получили награду. Очень печально. Но тем не менее. Так, смотрим, кто же здесь у нас кружится. Вот, вот этот кружится. Индийский камбан. За него что-то я не помню, друзья. Получили мы награду? Нет, не получили. Вот видите, 23-е фото. Ну что я скажу, неплохо, неплохо, друзья, проходит фотосессия. Даже одна редкая фотография — это большая удача. Так, смотрим, смотрим, обновляем. Посмотрим, что из этого получится. Не получается сегодня привлечь гладигатора. Хотя и поставили пирога, тем не менее, не всегда получается. Вот, 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 смотрим, смотрим, друзья. Вот видите, не удалось нам привлечь животных. Вот подсвечивается только вот этот писец. Подсвечивается писец, награда за него получена просто для коллекции. Добавляем фото. Ну что, друзья, давайте-ка мы попробуем еще обновим. Если же не будет результата, на этом, друзья, и будем заканчивать видео. Нужно, значит, будет менять уже игрушки. Ну, а игрушки мы будем менять в следующем видео. Итак, друзья, смотрим, что же получилось. Итак, вот, подсвечивается. Вот, да, здорово, друзья, попался вот этот редкий у нас кабан панкреат. Вот, 11-й фото, замечательно, очень хорошо. Тем не менее, вот видите, попадают редкие животные. Так, что-то здесь подсвечивается непонятно, то ли журавль, то ли обезьяна. Вот, поймали фотографии. А здесь сверху тоже кто-то подсвечивается. По-моему, белые обезьяны. Тоже для коллекции добавляем. Вот, замечательно. Уже, по-моему, никто не подсвечивается. Да, нет подсветки. Ну, я скажу, неплохо, неплохо, друзья. Прошла сегодня фотосессия. Поймали 5 или 6 редких животных, что тоже большая удача для фотосессии нашего Хэнка. Ну что, друзья, я последний раз обновил. На этом, друзья, мы будем прощаться. Так, давайте-ка посмотрим, не появилось ли редкие животные. Нет, никого. То есть есть редкие, которые можно фотографировать, но уже награды за них нет. Поэтому, друзья, возвращаемся домой. Итак, друзья, на этом мы прощаемся. А другие приключения Хэнка смотрите в плейлистах. Будет ссылочка в конце видео. Также, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока-пока. Ну и пишите, кому какие подсказки нужны. Всем пока, друзья.